кого начинаем? Да. Как можешь оценить сегодняшний матч? Вот Зобнин сказал, что для него лучше было играть сегодня с Чертановичем, если это была бы двусторонка, несмотря на то, что это уверенная победа. Вот для тебя как? Ну, для меня тоже лучше сыграть какую-нибудь игру, чем между собой. Проверить как бы свои силы, как готов. Ну и, наверное, Чертанову приятно играть со сборной. Поэтому лучше, конечно, играть не двухсторонняя игра, а вот с такими командами. Еще вопросы? Да. Тоже Зобнин говорил, что Баринов выжигал, он так стоял в сторонке рядом. Кто, вот как Роман Зобнин игрался в паре, действительно, кто там у вас был ведущим, кто ведом? Ну, конечно, приятно, что он так сказал, но Зобы, ну, со всеми, наверное, играть приятно, потому что все игроки хорошие, но то, что выжигал, ну, пару раз там был, пару моментов. А так, в целом, я думаю, что справились с установкой тренера. Несколько ударов еще успели вы нанести, один там руки вратарю отбил, как мне показалось. Обидно, что не забили все-таки в такой матч, когда можно было так легко забить? Ну, главное забить в официальных играх, а здесь это так, я считаю, что это хорошая тренировка, поэтому оставим силы на 8-е, на 11-е число. Дим, опять же, по поводу ударов, в принципе, у вас, наверное, один из лучших ударов в команде, но сегодня два удара забиты дальними, Миранчук и Головин. Как-то в команде, может, соревнуетесь, бывает в этом плане, у кого лучше дальний? Ну, остаемся после тренировок. По серии бьем, там, по раз 3-4 каждому вратарю по серии. Ну, я не могу выделить кого-то. У всех, у головы хороший, у Леши, ну, Леша очень хорошо бьет на технику. Поэтому не могу никого выделить. Еще? Дим, когда выиграли чемпионат Европы в 2013 году, из Чертанова было 6 человек, поддерживаешь ли связь с ними сейчас, дружите? Ну, есть ли друзья в Чертанове, в чемпионате? Паршик и Завезен. Так, когда пересекаемся, общаемся, конечно, ну, Зинковский. Ну, а так, ну, вот три вот игрока, с которым мы поддерживаем связь, как бы там не общаемся так близко. А когда видимся, общаемся. Спасибо. Еще вопросы есть, ребят? А как вообще уровень сопротивления вы бы оценили? Вот в первом тайме больше было, скажем так, борьбы и стыков, а во втором ощущение, что Чертанов уже подсел и только оборонялся. Вот вы первый тайм не играли, во втором играли, что скажете на этот счет? Вот второй тайм был все-таки попроще для сборной? Ну, мне кажется, то, что связано с усталостью Чертанова. У нас, понятное дело, выходили каждый раз новые игроки, и как бы они, может быть, в первом тайме они привыкали, там, первые 20 минут. А потом во втором тайме выходили новые свежие игроки. Они практически там, ну, сколько, 3-4 замены сделали. А мы наиграли замену, и я думаю, то, что с этим связано. А ты изначально знал, сколько времени ты идешь на поле, и учитывая то, что физическую форму, спросили, как оцениваешь свое физическое состояние? Вот материал был довольно плотный концовка. Нет, я не знал, сколько я буду играть. Мне сказали в перерыве, что 30 минут. Физическое состояние оцениваю сейчас, ну, не лучшие, конечно, кондиции, поэтому есть еще время набрать и подойти полностью готовым.